Finish him. You will never win. I win. Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Я Мастер Квартир 1. И сегодня я запустил непосредственно Depravit, поскольку тут буквально несколько дней подряд все какие-то обновления. И как выяснилось, действительно обновление уже до версии 0.2.36. Ну и давайте начнем, посмотрим, что же нового добавили, либо не добавили. Ну и, скажем так, будем дальше развивать наше поселение. Так, ну что ж, вроде как так визуально-то ничего не поменялось. Как были эти иконочки, как, ну, в общем-то, везде все осталось как прежде. Так, сейчас я запущу свой непосредственно город, пусть развивается. Хотя, вы знаете, станция, видите, вот станция более такая стала по-другому выглядеть. Я так думаю, да, и это более прорисованные стали такие черненькие домики, эти крыши точнее. Даже не крыша, это, в общем-то, трудно назвать крышей, такой лист какой-то металла там. Ну, возможно, то есть версия 0.2, хотя, но, видать, здесь что-то пофиксировано, какие-то исправлены баги, наверное, скорее всего. Все-таки же недавно, скоро будет релиз, собственно говоря, этой игрушки, поэтому, возможно, сейчас активно все это исправляется, делается и наводится порядок для того, чтобы выпустить уже действительно качественный продукт. Так, я вот щелкаю непосредственно по иконочкам только для того, чтобы посмотреть. Нет, слушайте, нет, не добавили никаких новых, как говорится, этих строений. Да, жаль. Я думал, что-то новенькое будет добавлено. Ну и это тоже неплохо. То есть, почему неплохо? Да потому что то есть разработчик активно ее непосредственно готовит, делает, исправляет то, что ему непосредственно, да, тестировщики, как говорится, ну, обзорщики, как говорится, кто и, ну, либо он сам тоже, как говорится, знает, где чего подправлять. Но активно это все делает, исправляет, вообще супер, просто супер. Так, а у нас свинюшки к тем временем появились. Да, вообще свинюшки нам очень нужны, потому что иначе у нас с едой, ну, как видите, да, некая такая проблема. Ну, я туда не хочу, рядом с городом, да, с домами, но, блин, как-то, да, с свиньями пахнут будет не очень. Так, давайте это, наверное, как-то... блин, вот это камни, груда камней. Вообще подальше, на самом деле. С одной стороны, да, город хочется подальше отвезти, а с другой стороны, таскать они будут очень долго. Ну хотя нет, можно, конечно, каждому назначить своего работника, давайте, пожалуй, как-то вот здесь, наверное. Да, в крайнем случае. А, зеленую не хотелось бы занимать, иначе у нас будет там кое-что другое стоять. А, поэтому я поставлю вот так вот. Да. Ну, я еще, как говорится, буду планировать, распланировать. И я в этой серии хотел еще поставить. Так, это я, по-моему, уже... А, это я уже ставлю. Да. Я вот единственное, знаете, что не заметил, что некоторые вещи, вот, допустим, да, ну, открывается на некотором этапе. Ну, где-то нужно, вот, ну, допустим, 30 сетлеров, да, где-то 50-40 пионеров нужно. В данном случае вот эти вот, они открывались... только после какой-то постройки, определенной постройки, они... А, я должен был зерновую построить, и тогда открывались вот эти.
И поэтому, то есть, ну, нужно было дождаться зерновую, поставить, и сразу же две вот эти вот подряд открывается, и мы будем с вами одежку, в общем-то, производить для наших миленьких граждан. Ну, как миленький, да, прозвучало не очень, с учетом того, что жители ходят с винчестерами и скольтами. Да, я представляю на Западе, да, подойти к салону и сказать: а вы миленькие ребята. Так. Ага, больше воды. Ну, давайте, да, я думаю, что вот этот я все-таки уже запускать буду, иначе у нас здесь очень большое количество народу ходит. Так. А чего ты не построишь? У тебя... А, у нас закончились финтифлюшки. Я понял, ребята. Не вопрос. Вообще, надо, конечно, мне сейчас заморочиться и в ближайшее время поставить кузницу и добывать уголь. Ну, вообще, на самом деле, здесь, знаете как, вот игра вообще супер, но, конечно, не без косяков. Здесь, по большому счету, уголь и так далее можно не добывать. Если мы посмотрим на так называемую торговлю, ну, то есть мы за 18 уголь, допустим, покупаем. Ну-ка, а интересно, вот баланс какой-то соблюдается здесь вообще или нет? То есть, смотрите, уголь, чтобы нам произвести, допустим, тот же самый слиток, нам нужно... слушайте, блин, я что-то подзабыл уже. Уголь... железо. Ну, предположим, уголь и железо, да? У нас получается это, ну, в общем... Так, 4,64. Да, где-то... Ой, 54, прошу прощения. 54. А, да, слушайте, а здесь 45. И продажи его не очень выгодно. Да, слушайте, вот про, я-то думал, знаете как, купить уголь, закупать уголь с железом, даже не производить, а просто его закупать, и с него уже делать инструменты. Но как мы видим, уголь и железо, если закупать, то инструменты, инструменты, прошу прощения, там нужно, по-моему, медь. Там медяшная вроде как нужна. А медь 46. Охренеть. Слушайте, нет, действительно, вот в этом плане... В этом плане надо действительно вот именно развиваться, да. Ну, то есть покупать, знаете, в крайнем... там, очень в крайнем случае что-либо. Ну, как мне вот сейчас придется закупать еду. Иначе у меня на людишки будет кричать, что им жрать хочется. Ну, блин, конечно, много всего у меня уже. Даже не знаю, что построить такое. Так, вообще, думаю, знаете что, наверное, блин, может убрать? Ладно, пусть эти лесорубы стоят здесь, они, как говорится, есть не просят. Единственное, что мы данного чела вот сюда переведем, точнее, поработать. Так, и у нас... два этих, да, ну мы можем отсюда, блин, стоять, отсюда убираем. Так, здесь нету, блин, где у нас интересный, так, этот, а что-то у меня, да, этот охотник, этот обязательно нужен. Охотничек, давай добывай нам едюшку.
Угу. Либо вы перестали добывать, потому что у вас зона, что ли, хреновая. Ну, давайте вам переначим зоны. Да, походу, блин, мы всю жизнь здесь поистребляли. Ну что ж, конечно... А, вот, вот, волки, вот мы где сейчас поживимся. У волков и у буйволов, по-моему, самое такое... Шкура там и мяса вроде как много добывается. Так. Так, а я воду здесь запретил. Сюда добавляются? Нет, правильно. А то это они воду добывают, забивается склад полностью. И в итоге никакая больше продукция сюда не вкладывается. Поэтому я... Интересно, вот пофиксил этот разработчик. Здесь раньше я не видел, чтобы ко мне приезжал кто-то из... Нет, слушайте, почему не приезжают? Либо, может быть, конечно, просто как сказать, визуально, типа, вот приехали, добавились. Ну, блин. Ну, сошел на перрон, вышел, перешел, блин. Где леди? Где? Так, а сколько у нас бездомных? У нас бездомных ноль, понятно. Поэтому сейчас будет, по-моему, один бездомный. Да, потому что мы готовимся к приезду. Ну и давайте, наверное, я все-таки заложу дальше. Так, а куда ты у меня выходишь? Ага, вот сюда. Так, дальше. Здесь два домика. О, как раз убрали. Ой, молодца, ой, молодца. Каменчик, ты просто супер. Все, сюда. Так, а где мне каменчик? Каменчик. Вот ты каменчик. Нашел тебя. Ух ты ж, блин, а. Так, вот здесь у меня один работает. Это хорошо. То есть вот этот у меня просто вот не залеживается здесь. В данном случае пшеничка. Блин. Римпак со своим. Вот, как говорится, прицепился от тебя это. Пшеничка. Пшеница вот. Так. Так, ну наконец у нас достроится этот, у нас достроится, сейчас построится этот, ну поскольку камень я только-только стал добывать. Так, ты у меня с чем? С кольтом? Фу, не-не-не-не. Так, недовольство, почему? Скажи, что случилось, расскажи. Еды нету. Действительно нету, слушай, ну давай мы вам еще 10... Ну, потерпи немного, сходи, я не знаю, блин, кору поешь, там, свари супчик, еще что-нибудь. Так, стройте новые дома, да я строю. Так, вот, все, мы построили, значит, у нас шипферм, овечья, шипается вроде, овечья фора, ферма, и... Я вот думаю, не знаю, вот стоит сюда добавлять какого-то рабочего, не стоит. Она, с одной стороны, конечно, нужна для... вот для... будет нас... Господи, не для этого. Для изготовления одежки, но... Ее там много-то и не надо, по сути. Да, ну, вот. Да. Ну давайте, значит, это мы поставим. Ну это тоже не нужно ставить на зелененькую. Этого мы достаточно нам поставить. Хотя зеленые на самом деле я хочу потом занять
Да, такой, знаете, будет квартальчик небольшой промышленный. Так, и давайте заодно сразу. Блин, да что ж ты? Отцепись. Да. Бедный мой боевой товарищ. Я имею в виду компьютер. Бедненький. А, на, прям на последней, на грани своих возможностей работает. Так, еще у нас недовольные. Да что ж такое-то, ну. Ну, понятное дело, жрать захочешь, так. Естественно. Так, ну мы в плюсе в любом случае идем. Здесь у нас есть, здесь у нас есть. Так, камни, камни, камни. Давайте одного вот сюда добавлю, потому что камушки надо носить. Камни, они на самом деле такие. Так, и давайте, наверное, еще один десяточек этого прибавим. Да, камень нужно, и тем более добывать он сейчас будет много долларов. Так, не понял. А, ты с голода помнил. О, бать. Коп умирает, ухи просит. Ухи, к сожалению, нету, но есть. Мяско, берите мяско. Вот куда ты пошел? Мяско возьми. Ну возьми мяско. Да, иногда, вы знаете, вот как и в жизни, бывает, что вроде смотришь, умный, умный, а потом бац, и какой-нибудь дебильный поступок. И думаешь, ну блин. Как-то не вовремя засейвился, да? Так, ладно. Слушайте, в общем, в целом-то мы неплохо, неплохо, неплохо идем. Единственное, смотрите, значит, меня сейчас будет требовать одежку жителям. И я по... Не, я естественно дам эту одежку. Одежку я им обязательно дам. Я, знаете, что подумал? Я вообще планирую вот открыть непосредственно этим алкоголь. И будет у меня салун вот здесь вот, прям рядом с станцией. То есть приехали, выпили, уехали. Ну, я имею в виду гости. Ну, а если хотят погулять, ну, заодно могут и погулять, здесь зайти, да, и прошвырнуться, так сказать, по местам достопримечательностям. Ну, достопримечательность у нас только одна, это, в общем-то, колодец и туалет. Так, ну, потому что колодец это вот, видите, у нас вот такие вот стриптизеры работают. Ну, поэтому, надеюсь, будут приезжать как раз богатенькие дамы и в нашем городке оставлять кучу бабок. Так. Блин, бедные мужики, которые будут этим... Денег вот или это. Помните, да? Звезда пленительного счастья назывался такой фильм. Классный. Там Ковалевский и как бы ее отсутствие. Это знаменитого режиссера. Блин, забыл. Ну, классный фильм, когда там богатенькая остановилась на... Точнее, напилась, ее высадили с поезда, и она в каком-то таком провинциальном городке вышла, и в ней только фишки от казино было вообще там с Михаил Светин снимался в роли этого начальника железнодорожной станции, ну, там начальник, по-моему, был или служащий. Вообще в последнее время я часто пересматриваю именно наши советские старые фильмы. Ну блин, я не знаю, никаких погонь, никаких перестрелок. Вот сейчас современные ставишь, любой сериал, фильм, как начинаешь читать содержание, обязательно кто-то
Почему главный герой затеял все это, там, допустим, да, канитель? Да потому что там, пошли клише. Потому что убили его жену, потому что убили дочь, потому что убили его собаку, либо кого-то еще убили, либо всех сразу убили. И вот на этом сюжет весь фильм. Ну, это что касаемо боевиков. А в наших советских вот сериалах это клише такое. Главную героиню посадили, ее там или там еще что-то сделали с ней. И все, и вот она пошла мстить, и в итоге там главному герою не замуж, а потом пластическую операцию, замуж и так далее, какие-то мстяк приходят. В советской, вот, действительно, в Советском Союзе, вот, раньше выпуск как-то фильмы были добрее, веселые. Я думаю, ни одного человека не найдется, который бы до сих пор бы с удовольствием не присматривает «Джентльмены удачи», который с удовольствием не пересматривает, там... Девчата, как они, это, хутора на близдиканьке, если я вам не путаю, ну, если что, подправьте меня. Блин, классные фильмы, я вот сейчас, последний сейчас, который посмотрел, это «Влюблен по собственному желанию». Блин, вообще обалденный фильм. Если кто не видел, посмотрите. К сожалению, у многих актеров того времени уже, как говорится, нету, но память жива в их фильмах. И это классно. Вообще играли. И играли. Так, а почему вы... Ладно, давайте побыстрее, но от быстроты у меня особо почему-то оно не ахти, это и все равно производит. Так, у меня что, опять закончено? О, кто-то винчестер потерял. Ладно, мы потом кому-нибудь это отдадим. Ага, у меня, походу, опять эти хрени закончились, да? Инструменты. Так, интересно, а сколько инструменты, чтобы зафигарить? А, 5 сетлеров. А чтобы сетлеров нам сделать, нам нужно забабакать. Ну, одежка у нас сейчас будет. Ой-ой-ой-ой, нет. О, справился. Молодец. Компик молодец. Так, алкоголь. И, значит, у нас булочку. Хорошо, а чтобы нам открыть алкоголь, сколько? 40 пионеров, а булочки? Так, а где это? Булка. А, нет, сейчас, стоп. А, вот. И здесь нам 40 пионеров. О, хорошо. Так, у нас, значит, здесь 2. Здесь 2. Так, здесь, значит, 4 будет. 4, 5. Ой, подождите. Ну да, точнее 6. Их по 2 здесь будет селиться. Значит, у нас того 6. Ну, давайте, значит... Поехали. Так, этот. Оп. Стоять. Что? Блин, ладно, сейчас разберемся, кто там нападает опять. Так, давайте, значит, как мы... Так, раз. Так, сейчас я Ctrl нажму, чтобы оно прикреплялось. Ага, что-то мешает, да? А, блин, не туда. Хрен с тобой. Так. 2, 3, 4. 4 на 2, 8. 8, 10, 14 человек. И как раз мы... Ну да, и мы как раз выходим... прям в тютельку к 40 поселенцам.
Так, кто? Ну, а, забыл ему вот стрельбу назначить. Когда вот, если, еще раз напомню, что если здесь стоит значок, видите, защищаться, дефенсии, а нужно переключиться на стрельбу, и тогда они, видите, будут стрелять. Все, теперь они вооружены, и у них непосредственно они будут сейчас вот замочили, все. То есть, уже этим нашим... Что, лесорубы вообще не страшны, даже ни волки, никто. То есть они уже будут отстреливаться. Но тут есть некие, знаете, двоякое. То есть как только мы им разрешаем стрельбу, то в дальнейшем там будет непосредственно... они будут, ну, могут, скажем так, затеять ссору. У них будет какой-то там... дуэль, как сказать, там, или что-то такое. Вот, разборки, в общем, начнутся, да, и это не очень хорошо, когда очень много жителей, они и вооружены, потому что если случится тот же самый переворот, ну, сами понимаете, придут, сожгут нахрен. И, к сожалению, наш рейнджер, он просто нам не поможет. А, кстати, а где... Эй, рейнджер, а ты... Не, слушайте, не, у меня где-то был рейнджер, по-моему, должен быть, должен. Да, но я его, честно говоря, что-то не вижу. Либо пропустил, ладно, хорошо. Так. Ну, Коль, тебе еще долго ждать... Да, доктор, а может быть тебе нечестие отдать? А ладно, пока с Кольтом побегай. Ну, точнее, найдешь — будет Кольт, не найдешь — ну, значит... Тем более ты все равно здесь от вон, отсюда до туда у тебя тут много кто защищает. Давайте, значит, я сейчас ненадолго буквально, да, остановлю паузу. Итак, я, в общем, уже быстренько добежал... Буквально там за минут 10, наверное, или 15 добежал до 40 поселенцев. И у меня не... Да, я уже... А я тут, знаете что, тут поставил-то свиноферму, а забыл поставить непосредственно забойку. Ну, такое случается. Я думаю, я хорошо в это... Случайно заметил, что, как говорится, ну, думаю, что это за здание построило? Смотри, свиноферма, блин, думаю, а где же будет свиней-то забивать? И в итоге там обнаружил то, что меня не хватает. Так, значит, алкоголь. Алкоголь — это такое вот здоровенное здание, и я его, да, сюда оно не поместится. А, я еще, знаете что, я вот здесь вот заложил этого, господи, гробовщика. У меня здесь вот гробовщик, я думаю, ну, что будет здесь место, да, пустовать? Будет здесь, в общем-то, полностью отдам под кладбище. Так. И вот это меня, честно говоря, планированием... Так, нет, алкоголь, я... Алкоголь. Вот жалко, оно не вот такое вот здание, можно было бы его... А, сюда оно тоже поместить. А, давайте вот сюда и вот его разместим. Пусть, как говорится, рядом с салоном. Ну, у нас, поскольку я... будет вверху салон, поэтому мы... Так. Ну, да, и... Где-то... Не стоять, иногда не попасть, хоть чуть-чуть, но не получается. Так, вот так вот будет у нас. Так, и так, у нас мука. Мука у нас, как вы помните, да, здесь производство. И мука. Нет, здесь у меня жилые дома.
Ну, давайте я знаю еще эту муку. Блин, я уже здесь, правда, уже в свете построил некое здание, потому что пришлось здесь это мой, поэтому сюда встанет. Блин, встает, но, конечно, получается очень такое. Все скомканное. Хочется какой-то, знаете, простор, улицы. Да, пусть здесь, собственно говоря, пока ничего не сделаем. Так, и я, наверное, вот сюда вот размещу непосредственно у меня будет. Так. Ах ты же какая жопа, а? Чуть-чуть, блин, о. Так, здесь и... Так, и здесь у нас булочки. Булочки у нас будут... Конечно, хотелось бы сюда поближе, но нет. Я помещу, наверное, вот сюда вот. Будет, так сказать... Ну, ладно, бог с ним, пусть будет так. А по поводу, где у нас салон? Проще говоря, пивнушка. Где у меня пивнушка? Пивнушка. Вот она. Вот она моя ранимая. Вот она моя красавица. Так. Да, сейчас, наверное, так прозвучало, да, как будто я прям заядлый алкаш. Нет, на самом деле я... В общем-то, я и не пью, как в общем-то... Может так, блин, ну как она не помещается, а? Или вот сюда ее за место домика и как бы получится, да, вроде как, ну, напротив станции, да, как обычно бывает там напротив станции что-то. А нафиг. Так, и сюда вот, ну, разворачивайся вот так вот, вот. Ну, ну, ну. Да, у нас такая придорожная кафешка получится. Ой, привокзальная, точнее. Привокзальная кафешка. Так, следующий шаг у меня... Да, вот вы знаете, вот... Помните, да, было вот в предыдущей версии было три разновидности церкви. Там это простая, каменная и улучшенная. Это. Простая и улучшенная. Хм. Но вот как сейчас будет это, сейчас посмотрим. Слушайте, вот мне интересно, как интересно домики здесь начнут обгрыживаться, да, для того, чтобы у нас появился сетлер. Потому что мы, в общем-то, задание сейчас свое выполним. Да, то есть у нас есть вообще все. Ну вот остался алкоголь и булочки. Так, здесь у нас, насколько я помню, мельница. Нет, 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 ну компьютер. Давай, моя родимая, вот молодца. Так, здесь у меня мельница, здесь у меня... Пекарненько, это у нас, да, это у нас алкоголь производит. Здесь у меня построили этого чудика. О, кстати, надо ему дать винчестер. Все, бери в руки винчестер. Поскольку где-то у меня на складе там, по-моему, был один. Да, есть один. Почему дал? Потому что здесь непосредственно пустое, да, и здесь вот, ну, хоть они дружелюбные здесь все ходят. Ну, кто его знает, что здесь в этой зоне может вдруг объявиться. Может быть, какой-нибудь волк вырасти, да? Вот. А тем более он здесь один в глуши. Ну вот. Все-таки винчестер пусть имеет при себе. Так. Идет, идет за винчестером, молодец. Так, и... Так, что у нас в первую очередь? Алкоголь, наверное, нет, просто... Ай, блин, вдолбанный. Хотите вот, блин, металлические инструменты.
Ладно. Так, ну давайте их. Штук 30 закупим. Я надеюсь, как говорится, про запас немного останется. Так, 3 у нас есть. Здесь 3. А, то есть мы распределили уже старые запасы. Уже распределили на все здания. Молодцы. Слушайте, а у нас даже, может быть, и не нужно столько много. Подожди. 2, 2. Так, где у меня еще тут стройка? Вы знаете, наверное, да, я думаю, денег я тратить не буду, поскольку здесь у нас есть металлические, здесь у меня есть, остались только доски. А поэтому вот я это вот сейчас отменю и закуплю я лучше, вот. Десяток досок, ну, во всяком случае, это будет более рационально в данном случае, и в крайнем случае, а вот металлические инструменты мы уже, если понадобится, в другой раз закажем. Блин, баланс, конечно, минус 3, ладно, ну, главное, что не 5, и вот, и да, у меня хороший плюс идет, это меня радует, и вот что будет происходить дальше, это, конечно, под вопросом. Меня сейчас интересен. Так, а вы куда побежали? Сокольку. Вы, конечно, молодцы, но. Блин, ладно. Ну, алкоголь так алкоголь. Тем более, вы уже его практически поставили. Там 12 скамей уже наносили. Да, я вот отсюда убрал одного помощника по одной простой причине, что он не нужен, поскольку пока он там наколошматит эту камень какой-то, вот, то тот бегает просто так, вот здесь маленькое расстояние, он прибежит, нет ничего, он куда-то убежит там чем-то заниматься, ну, помогать, да, это откуда-то что-то приносить. Ну, думаю, а что смысл, ты бегаешь туда-сюда, только зазря. В общем, я его отпустил, то есть приходит тот, кто свободен, тот принес, ну, вот, особенно стройка сейчас у нас глобальная, вот, кому нужен камень, тот приходит, забирает. На скотобойню я не стал назначать никого, опять же, здесь очень маленькое расстояние, и, ну, в данном случае вот этот крендель может, ну, дойти и забрать свинюшку для того, чтобы ее там похерить. Здесь я тоже не стал добавлять, ну, потому что они вот, ну, все нормально как бы носят, то есть все успевают. У меня единственное, знаете, что где у меня тут... Ой, у меня этих не хватает бревнышек. Дровишек. Я ее специально остановил, потому что было очень много этих дров, и я остановил полностью. Так, эти у нас, ну, этого хватает добра, здесь у нас, ага, зимой, видите, он не работает, поэтому мы отпускаем этого, пусть отдыхает. Так, ну, такой, знаете, говорит, пусть отдыхает, и он пошел на другую работу. Ага, так. Да, и у нас все, последний камбасок, мы, в общем-то, сейчас, получается, алкоголь уже будем, завозить. Ну, то есть, сейчас сначала поставлять, а потом будем завозить. Так, значит, ну, прибавься, вот. И вот это тоже нам самое главное сейчас будет мельницу и хлебопекарню. Так что, слушайте, вот идет пока все своим чередом, и довольно-таки я не вижу проблем здесь. Если честно, вот очень давно не лагерей бандитов не было, я уже тут, видите, целый город уже отстроил вместо города, был маленький городок, да, уже город целый, и как бы проблем нету, почему-то никто не нападает, никто ничего не хочет, и...
Да, и вы знаете, я, наверное, все-таки влеплю еще один. Так, ты кто? Ты сколько там? Нет, ты мне не нужен. Иди дальше. Мне вот эта ферма не будет хватать. На 40 человек я чувствую, что просто не вытянет. Она не вытянет, и тем самым мы будет всегда просадка с едой. Поэтому я, скорее всего, наверное, да, вот так вот еще одну ферму. И надеюсь, свиноферма. Они будут справляться с тем, что нам кормить нужно 43 рта. Так, и давайте. Ну, вот так вот. Мы закажем даже нет штучек. 23. Ну, иначе. Да, у нас иначе никак. Жрать все хотят. Так, этих мы продаем. Так, этих мы продаем. Ага, нам одежки не хватает. Да ладно, серьезно, где-то у меня. Я же строил одежку. Так. Ага. Да, вот это вот, конечно, мало выращивается. И одежка у нас практически почему-то не производится. Мне интересно, почему никто не хочет ее производить. Так, ну хорошо, ты идешь сюда. Блин, у тебя все ресурсы есть. Что ты мне тут этот? Филонит. Все, у нас сейчас это у нас получается, а мельница, да, мельницу мы уже построим. Так, и мне знаете что, мне надо вот этого каменчика. Думаю. Вот так вот, блин. Вот так вот сделать. И как мы видим, здесь очень много залежей. 168, 70, да. А расчищать, ну да, вот это вот место я расчищаю, потому что здесь будет, скорее всего, сюда пойдет говяжья ферма, но при этом мне нужно будет потом все-таки здесь снести. Да, включу вот эту. Ну, это будет не сейчас, это будет, скорее всего, попозже, потому что нам вот это вот еще только расчистить надо. Господи, что-то у меня сегодня язык заплетается, видать. Про пивнушку поговорил и уже косил. Так, ага. Ты не хочешь? Ты правда не хочешь поставиться? А. Так. Блин, да что ж такое? Все, отлично. Так, мельница у нас так замечательно. Она у нас приготовилась. Сюда я, скорее всего, рабочего поставлю, ну и чтобы, да, бегать за мукой, непосредственно за мукой туда-сюда, приносить муку. Хотя давайте мы его, значит, да не, нормально, я думаю, успею. Там на самом деле булки этой и хлеба не так и много надо для того, чтобы жители были уже сытыми. Так, вот он замечательно, он с винчестером бегает.
Так, ты у меня... Ага. Ты у меня, значит, бревнышко принес, и мы практически, да, завершаем. У нас проблема только непосредственно, да, с досками. А доски проблема, поскольку у меня лесники, видите, они вот аж до сюда ходят. Но перестраивать я сейчас не буду их, то есть, ну, нету смысла сейчас их туда куда-то назначать. Пусть бегают сейчас вот здесь вот вырубают, потому что у меня здесь уже граница и смысла, да, его нет. А единственное, можно, конечно, сюда лесника, да, перекинуть, скажем так, перекинуть. Ну, вот здесь поставить лесника и вырубать уже непосредственно вот эту часть, где много, да, леса. Но я, если честно, не хочу сейчас вырубать, я хочу в дальнейшем, на самом деле, лес такую, знаете, лесорубу где-нибудь вот здесь вот поставить. Да, вот у нас много леса, допустим, и где-то здесь организовать такую деревушку, которая будет такая автономная, то есть здесь будет вырубаться лес, добывать, скорее всего, производство досок будет. Да, и доски, скорее всего, здесь тоже будут производиться, а будет отправляться вот сюда вот, типа в город, и отсюда забирать непосредственно мясо, там, что у нас там, булку, ну, все, что нужно, требуется, в общем-то, жизнеобеспечения. А вот такой вот у меня спланирован, так я прикинул, потому что, не, я могу, конечно, можно, конечно, все построить в одном городе, причем территории, да, хватает, вот, так что, чтобы за сделать такой задел, но мне хочется все-таки, чтобы было, знаете, такое, как в реальности, да, был большой город и был непосредственно такие несколько город, скажем, деревень, которые, ну, одна, скажем так, добывала дерево, перерабатывала доски, поставляла в город, другая деревня будет, скорее всего, на зеленом пастбище, который будет. А, возможно, она и будет вот здесь вот, да, вот здесь они будут вырубать, и, возможно, отсюда же будут поставлять и зерно, может быть, еще что-то. Вот. Посмотрим, как там дальше, как говорится, пойдет. Так, а у нас... Есть у нас вообще хоть один сетлер? Так, нам нужно алкоголь и это, да? То есть, а ты алкоголь не... Ты не произвел... Так, давай-ка мы тебе назначим одного работника, иначе ты у нас долго очень будешь бегать. Или ждать кого-то. Так, этот у нас замечательно, просто великолепно. Этот уже пошел печь булочки. Так, этот у нас мукой, да? Ну, давайте мы сюда тебе тоже назначим одного. Так, ну, здесь ты справляешься. Давайте здесь тоже фермы тут дадим. Ну, а этому не надо, пусть он... Тут, в общем-то, люди много бегает людей мимо, и в крайнем случае те, кто пустой, он подхватит по пути на склад. Так. Единственное, у меня вот... Да, у меня очень много, как вы видите, да... Вроде как много пшеницы, а с другой стороны не так и много. У нас, смотрите, у нас здесь жирает пшеницу. У нас жирает... где у нас тут? Кто у нас тут еще? А, у нас свиноферма жирает. Плюс у нас будет вторая свиноферма тоже будет брать. Нужно здесь пшеницу нужно. То есть, ну, скажем так, возможно, что в будущем и одной не хватать не будет. Может быть, даже придется и вторую ставить. Ну, приедь ты, хоть один человечек, приедь, ну, выйди ты на перрон, посмотри, какой я город отстроил. Нет. Так, и у нас, похоже, дело, кто-то все-таки у нас появился из бандитов. Но это, на самом деле, небольшой тут... баг, потому что
Да, я вот это разработчику непосредственно сейчас скриншотик сделаю. Вот. И это отправлю его, потому что, видите, он генерируется и вот, вот такие вот хрени. Да. Ладно, бог с ним. Они, в общем-то, никак не мешают. Они у меня уже как-то генерировался вот здесь вот где-то. Не знаю, из-за чего это надо будет. В общем, отпишусь разработчику и покажу ему скриншот, вот что такое вот хрень происходит. Так, больше, больше воды. Тебе вот здесь вот вода нужна. А зачем тебе здесь вода? У тебя есть вода, ты ходи и получай ее. Вон, у тебя ты можешь вот отсюда воду, правильно, носить? Ну да. Блин, ладно. Уговорил. Поставлю я тебе водичку. Водичку я тебе поставлю. Так, стоять. Ага, сейчас. Как я тебе поставлю? Ну да, здесь же пустыня у нас. Ни одного зеленого оазиса нету. 60. Нет. Даже заморачиваться не стоит и ставить туда работника, чтобы он потом стоял там бездельничал нафиг. Так, а сколько у нас бездомных? У нас вообще есть 4? Да вы чего, ребята? А что же вы молчите, что у вас домиков-то нет, а? Ну хоть бы как-то там намекнули, там, я не знаю. Так, нет, конюшни ставить это. Блин, вот этот, ну ладно, камень держит. Так, давай тогда вот так. Подожди, если мы сейчас приметимся, сейчас вот так вот и где-то, ну, примерно вот так вот. Надеюсь, я рассчитал. Обычно я никогда не попадаю в эти размеры, поэтому не удивляйтесь, если у меня в итоге дом не поместится туда. Так, все. Так, и что у нас получается? У нас получается то, что вроде как все работают, вроде как у нас производство все наладилось. Во. Так, и у нас остался теперь дождаться непосредственно булки. Булки, да, я сюда назначу одного все-таки кренделя для того, чтобы он туда бегал. А вот этого сейчас, подожди, а что у меня на складе вообще творится? 11 одежки. Да, можно одежку уже, в общем-то, убирать. Давайте, наверное... Да, убираем. Отсюда у нас убираем. И... Ну и здесь нету. Ну и замечательно. Так, и... Ну и здесь нету. Ну и замечательно. Так, свободные мы, как говорится, руки освободили. Посвободнее, чтобы было. Так, этот у нас приносит, и алкогольку он сейчас уже занес столько, что люди уже довольны. Но вот этот вот меня почему-то смущает, она не хочет... Ага, ты больная. Ты больная. Да, ну пивнушки у нас осталось две доски всего лишь, отлично. Две досочки и у нас пивнушечка, будем мы гулять и веселиться. Так, вообще, конечно, тебе бы надо, конечно, полечиться. Так, где ты, дорогая моя Валентина Сергеевна? Ты уже лечишься, молодец, ты просто молодец. Так, и все отлично, пусть пока мы доделаем домики для них,
Ну, первое, ну, пивнушка, это нужна, это пивнушка. Давайте, давайте доделайте эту пивнушку. О. Тем более она уже все, она уже, вы заложили уже фундамент, все, у вас стеклышки, вы только откроете ее. Сейчас у нас проведется торжественная речь, мэр произнесет, и мы начнем открывать. И заодно, блин, почему не хватает, а? Ну давай, селлеры. Жители, жители, да. Упало. Давай, давай. Так, сейчас дождемся. В общем, давайте одного жителя дождемся, посмотрим, что произойдет непосредственно, да, с домиками. Будут ли они как-то модифицироваться? О, ребята, вот он, вот, вот это охренеть, слушайте, действительно, то есть разработчик, блин, не просто, да, он там как. А прикиньте, чтобы модифицировать этот дом, нужны еще ресурсы. Супер, супер, молодец. Слушай, Данила, это, блин, просто классно. Да. Теперь есть, да, вот, понятно, что просто так теперь не апгрейдить дом, а уже нужно еще, а еще больше потом нужно будет больше ресурсов, чтобы его апгрейдить. Слушай, классно. А еще классно то, что сами, то есть они не автоматом, а представляете, вы сами можете апгрейдить дом. Причем выбрать, какой вы хотите, чтобы он увеличился, а какой вы не хотите. Блин, классно, классно. Я просто обалдеваю от игры. Так, ну, во-первых, я хочу вот этот дом апгрейдить. Далее я хочу. А ты не хочешь? То есть не так все просто, да? Ну давайте вот этот. Я вообще хочу вот этот сделать такой, знаете, элитный типа райончик. И давайте. Нет, пока давайте не будем. Потому что мне нужно 4. Охренеть, 4 целых. Мать его. Инструментов. Да чтоб ты, блядь, зараза, а? Нажимайся. Угу. А сколько у нас, подождите, а кузница, кузница? Где у нас кузница? 5 сетлеров. Да не вопрос, сейчас мы быстренько. И вот долгожданный момент, у нас построился новый домик, апгрейдился точнее. И посмотрим, опаньки, у нас сразу же 3 жителя появилось, отлично. Я на самом деле глупо сделал, что сразу 2 домика стал апгрейдить, потому что у меня не хватило, ресурсов не хватало, и я поэтому, так, давайте этого назначим сюда одного работника. И очень долго ждал, пока эти доски принесут эти 2 чела. Да, они тут ходят, рубят, но пока не доходят, пока они там переработают. В общем, пришлось закупить досок и тем самым выиграть на этом время постройки. И что самое удивительное, смотрите, а вот этот домик, он почему-то не, пока не хочет апгрейдироваться. Возможно, здесь пока нету дров. И хотя здесь тоже нет дров, вот, да, вот тут тоже как-то такое рандомно происходит, то есть или кто-то апгрейдивается, а кто-то не апгрейдивается. Далее, этот пить хочет, но я еще тут такую вещь сделал, как назначил все-таки по одному чудику вот сюда вот на воду. И воду сейчас я буду складировать в данном случае на склад, чтобы могли любой, значит, куда нужно на производство или житель мог подойти на склад и непосредственно взять и попить. И самое крутое, у нас открылся салон. Все, пивнушка у нас заработала. Я, к сожалению, пока, да, у нас, видите, 7 уже алкоголя там. Кто-то туда заходит, не знаю, я пока не видел. И
Я вот думаю, знаете что, может быть, вот сюда поставить еще одну пивнушку. В общем, как вы считаете, да, стоит ли еще вторую пивнушку рядом с мэрией, вот здесь вот в центре города, так сказать, разместить, либо не стоит? Вот. А мы, в общем-то, с вами дошли до того, ой, у меня 36, да, мы дошли до того, что я в минус ушел. Нам нужно, значит, вот сейчас прошу прощения, так, где она? Мне нужно 5 жителей для того, чтобы уже открыть кузницу и там уже делать непосредственно вот эти вот инструменты. Инструменты, они дорогие, и закупать их каждый раз, ну, не хочется, нужно что-то уже производить свое, да, открывать свое производство. И непосредственно уезжать, ставить уже деревню, чтобы где-то добывать больше леса. Здесь я не буду обгрызывать, ну, не вижу смысла. Это у меня будет, такие, знаете, как сказать, рабочие такие кварталы. Хотя... Хотя даже, знаете, может быть, это... Даже их, может быть, я обгрыжу, поскольку у нас все-таки, да, здесь перроны, станция, все-таки должны быть какие-то получше домики, наверное. Ну, тоже, если, как говорится, в комментарии, да, напишите, и если у кого желание есть, вот, предложите все-таки ставить там все-таки крутые домики, не ставить, я с удовольствием, говорится, почитаю и реализуем. Так, алкоголь есть. Ну, у нас, в общем-то, смотрите, у нас здесь никто пока не захоронен, это вообще шикарно. У нас людишки, вот единственное, что он болеет, но мы его сейчас к доктору отправим, чтобы он пиздюхал, а то он какой-то, блин, тупой, идет на работу, заболел, а идет еще что-то работает. Все, заболел. В этот, к доктору лечиться, а то ты меня сейчас всех жителей потом перезаразишь. Так, и вот сюда мы тоже назначим обязательно чудика одного. Так, здесь у нас не хватает, блин, 12 голосов. Ну, этот-то у нас построится, не вопрос. Да, с досками у нас еще та проблема. А вот и наступила, походу, весна. Потому что когда у меня вот так вот чуть-чуть зависает, ну, не хватает оперативочки, уже вы все знаете. Вот, поэтому чуть-чуть подзависает, и я уже привык к тому, что это уже, как говорится, времена года, либо когда освещение включается. Так сильно это времена года, чуть поменьше зависает, это включается ночной режим. Так, ну все, давайте, в общем-то, да, на сегодня мы закончим, потому что мы, в общем-то, уже с вами, да, много уже построили, мы уже поняли, как это будет в дальнейшем проходить, апгрейд домов. И как вообще, да, жители потом становятся, точнее, поселенцы как становятся жителями. Вот. А так оставляйте в комментарии, да, нужен ли в центре пивнушка. Нужно ли непосредственно, да, апгрейд делать здание рядом с железной дорогой. Такие на повестке 2 вопроса. Вот. Так что вот как раз и сохранилка у нас появилась. Вот. Так что с вами был и я, Маэстро Квартира 1. На сегодня все, пока, удачи и увидимся.